Доброго ранку, друзі! Ми вітаємо вас з славетного міста Ужгород. І саме зараз, через декілька хвилин, ми їдемо на зустріч ні до когось там, а до самого царя. До Жеки Селезнєва. Поїхали! Ну ти не хочеш бачити мене в команді, то подойди, скажи. Давай, ну коли тебе кажуть петух, їжджай свій ДНР, ну що мені йому сказати? Он мне бросает мяч, я ебало набью прямо здесь. Ну проиграл человек, несет мячи, все четко. Или мне это... деньги еще колоть должен. Если несправедливо, то чего я должен молчать? С ними обговоримо футбольні моменти, моменти особистого життя, моменти його кар'єри та плани на майбутнє. Залишайтесь з нами, буде дуже цікаво. І на кінець цей момент настав. Саме зараз. Жека, привіт. Здорово. Як твої справи? Добре. Ну що ти? Потихоньку живемо. Зараз на тренування збираємось. Поїдемо, подивимось. Дубль спочатку минає, а вже потім буде тренування у Жеки. І вже подивимось, що там царьок наш вміє, що ще може. Ти який царьок? Цар-то не настоящий. Цар-то не настоящий. Що ти в двох словах? Розкажи, Жек. Перейдемо на русский, мені кажется, нам буде проще так. Как ты тут? Как ты без нас? Расскажи, без как вас ты без тяжело. Киева? Ну, как тяжело? Скучаешь? Скучаю, сильно скучаю. За Донецком или за Киевом больше, честно? Конечно, скажу. За Донецком. За Донецком. Ну, я сам оттуда, с Макеевича. Если бы сейчас можно было условно переиграть и выбрать любой город, в котором ты бы хотел конечно, жить, ты бы не задумывался бы, Донецк. Да? Донецк. Больше всего тебя объединяет. Ну, я там не был уже 4 Хорошо, но почему не Киев? Киев тоже так отдельная нет, часть жизни твоя. Все красиво, все хорошо. Ну, Донецк там. Более родной, да. Более ближе тебе. Днепр, друзья, Донецк. Да. Днепр, да, кстати, я Днепре совсем туда что-то... хочу поехать. Там очень много людей, друзей. Ну, ты с того момента, как только ты перебрался в Ужгород, в Минай перебрался, подписал контракт, ты не уезжал? Киев, в Днепр. Насколько я знаю, у тебя какие-то тут особые условия, и тебе сложно, я насколько слышал из прессы, тебе сложно там покидать пределы своего жилого помещения. Есть нет, тут какие-то такие устройства? Есть, есть они, но это такое, это мелочи. Нормально уживаешься ну, с мне, этим? Мне особо оно и не надо. Ну да. У меня есть две дороги. База Миная и зал. Все, больше нам ничего не нужно. И бокс. И бокс, вот, бокс. Жека еще очень любит бокс. Кто не знает, кто не следит за его инстаграм. Хорошо, тогда поехали на тренировку. Давай. Да, я думаю, там уже и поговорим. Мы уже на базе Миная. Обратите внимание. Вот, где сейчас буквально в течение, там, если не ошибаюсь, 10-15 минут начнется матч U19 дублеров с Десной. Вот, а затем будет тренировка уже первой команды, и у нас будет сейчас достаточно времени, чтобы нормально пообщаться с Жекой, потому что он постоянно в суете, помимо того, что, ну, как бы, сами понимаете, личность культовая, вот, так еще и вся молодежь, все вокруг него, знаете, как в детском саду за воспитателем, это очень интересно наблюдать, сейчас обязательно пару таких кадров для вас снимем, пойдемте. Ребят, ни для кого не секрет, что Минай команда... полна и богата молодыми талантами. И прямо сейчас я познакомлю вас с очень мега талантливыми ребятами. Парни, представьтесь вкратце, потому что не все, возможно, вас знают. Там, возможно, Рустама уже знает в силу того, что он уже и успел... забил шашлык так готовит, или что знаешь, забил уже шахте. Расскажите, каким образом вы все с разных городов, абсолютно с разных академий оказались здесь, на Западной Украине? Это так интересно. Вот, начиная с тебя. Как зовут? Представься. Зовут Байдал Антон. Да, Тох. Расскажи меня... в двух словах. Это за полмышка картошка. Меня пригласили сюда летом, с Мариуполя поступило приложение, я приехал. А ты в первой был команде в Мариуполе? Ну, с 18 до 19 лет, да, а потом в дубле год меня перевели, потому что пришел новый тренер. И поступило приложение сюда прийти, я пришел, прошел просмотр и попал сюда. И так, что ты скажешь вообще? Что ты скажешь о коллективе, о команде в целом? Ну, допустим, у тебя есть уже что сравнить, несмотря на твой юный возраст, да, на твои 19 лет, ты уже успел и в Мариуполе поиграть в первой команде, уже у тебя есть опыт игры в Минае. Что скажешь вообще? Ну, вот свое мнение. Можешь говорить смело все, что думаешь, это нормально абсолютно. Но коллектив супер.
команда играющая. Но для тебя это шаг вперед? Конечно, 100%. Это высшая лига. Высшая лига. А я тут получаю игровую практику. В Мариуполе у меня не было игровой практики. Я тут получаю игровую практику, все как следует. Систематически играешь. Да. Команда хорошая, коллектив супер. Ну здорово, здорово, это круто. Спасибо большое. Твоя очередь. Ну, я Кулеев Эльдар. Тоже как с ним перешел с Мариуполя. Так, тихонько. С Мариуполя перешел в Минай. Также был в первой команде. Ну, поднялся с U19 через дубль, через первую команду и перешел сюда с ним. Уже вдвоем. Одновременно подписали контракт. Ну и такой же вопрос. Как тебе Ужгород, как тебе клуб Минай? Как коллектив или как команда? В целом. Ну, как команда нравится, потому что тут игровая практика, а коллектив тут супер. Евгений, благодарю. В коллективе. Ты понимаешь, так лезь. Я думаю, а что он постоянно мне говорит? Говорит, собери, пацанов, собери. Ну тут же лестные слова будут в его сторону лететь, конечно. Ну что, легенда. Уже легенда азербайджанского футбола. Сын владельца сетки Сакар заправок по всей Украине и во всех постсоветских странах. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось, во-первых, кто не знает, возможно, Рустам забил первый гол Шахтеру, да, и ну, этим во многом запомнился зрителям нашим украинским, кто любит футбол. Расскажи, каким образом ты очутился, ты немножко постарше будешь, но как ты оказался здесь, как ты оказался в Минае, какой твой путь? 16 лет был в Колосе. И, ну, я был по молодежке 19, потом дубль был. Тренировался с первой командой 16 лет в Колосе. С Колосом? Да. Но... Это ты и Поздеева еще, да, должен да, был? Да, да. Но шанса мне сыграть, там, выйти в официальных играх мне не дали. И потом мне отдали в аренду в Хмельницк, в Подолье. И там уже начался карантин. И у меня заканчивался контракт, мне отдали в аренду. Я там не сыграл ни одной игры, потому что был карантин. И все, закончился контракт. И меня не переподписали, отпустили свободным. И сразу предложили в Минай. Я приехал, когда они еще были в первой лиге. Доигрывали. Слышишь? И скажи, и как тебе? Как ты прошел просмотр? Что самое основное такое... Какое твое качество, мне кажется, на твой взгляд, на которое, по твоему мнению, обратили внимание тренеры, тренерский состав? Вот, потому что я наслышан на твоей скорости, что быстрее тебя только никого нету. Хотел сказать Джека, но может молодость, разве что, когда в Арсенале был, может быть. Что скорость сумасшедшая. Как ты считаешь, неужели это был действительно такой самый основной фактор, который... подтолкнул тренерский штаб подписать тебя? Или же все-таки ты можешь в каких-то других качествах футбольных сказать? Ну, я пришел, просто они доигрывали, там были игры через 2 на 3 день, когда доигрывали первую лигу. То, да, у них не было нападающих. Я думаю, меня знали, да, что я как раз был молодой, посчитался им перспективным, и плюс у меня есть хорошие данные, и скорость, и рост, и... Ну, за сколько 30 метров бежишь? Вот мы недавно бежали 3.73. Ребят, 3.73. Есть вопросы? 3.73. Жек, у тебя есть вопросы? Здорово, и представься еще раз, можно на камеру, чтобы мы тебя... Ахмедзаде Рустам. Есть. Сборная Азербайджана, на секундочку, национальная. Джека, ну ты, конечно, красавчик. Пацаны, блин, просто души не чают. Да, ну перестань. Каждый, да, блин, посчитал нужным обязательно что-то хорошее сказать в его сторону. Вы понимаете, какая репутация у человека? Ну иначе бы... Да, репутация плохая в Украине. Все же думают. Подожди, так в Украине? В Украине репутация плохая почему? Потому что ты каждому второму хочешь пойти на трибуну и набить лицо. Каждому второму. Да, когда тебе говорят петух, езжай свой ДНР. Ну что мне ему сказать? Ты ж тоже пример, ты ж пойми, посмотри, как они тебе в рот заглядывают. Я не имею права такого делать, я с тобой согласен. Просто, блин, да и все, опустил голову, да и все, там, про себя сказал, да пошел ты, да и все. Да, ну я чуть другой. Не мне тебя учить, боец. Я сильно эмоциональный. Согласен. Таким тоже нужно быть, иметь характер тоже нужно. Ну что? Футбольчик непосредственно, 2-0. Друзі, не забувайте про наших партнерів Favbet. Давайте спробуємо спрогнозувати, чи покине Минай УПЛ у цьому сезоні. Наші партнери дають дуже високий коефіцієнт на цю подію. Робіть прогнози за промокодом Favbet нижнє підкреслення 50 та отримайте 50 гривень на рахунок, які не потрібно відігрувати. Вся інформація під цим відео. Атмосфера в команді така дуже класна. И во многом, я так понял, благодаря тебе. Ну, то есть, ну не благодаря мне, даже благодаря, а во многом в этом заслуга твоя, да, потому что раздевалку ты берешь на себя. Есть такое или нет? Да, такое есть, просто тут дело чуть, как тебе сказать, в другом.
раздевалка или не раздевалка, я не знаю, как это назвать. А... Ты, если есть коллектив, ты можешь играть. Если его нет, конечно, ты не будешь получать удовольствия. Никакого. Просто я видел, как оно должно быть. Я понимаю, как, что, как с кем разговаривать, на кого накричать, с кем поговорить. Ну, ты думаешь, я кричу здесь на кого-то? Нет, конечно, я их всех люблю как детей. То есть ты такую занимаешь позицию, скажем, такого воспитателя, и да, ты дело, на себе нет, чувствуешь, смотри, в этом просто меня, ответственность когда в этом отношении. Я был молодой, да, может, помнишь... У тебя было такое? Да, ты меня... не за Карлюки сейчас собираешься, да, Царство Небесное, да, сказать, Царство, да? Небесное, а вот он мне раз сказал слова, говорит, я хочу, я говорю, ну, чего вы меня так лелеете, говорю. Ну, ты на «вы» с ним был? Ну, на «вы», на «ты». Сначала на «вы», потом на «ты». Как ты видишь такого футболиста рядом? Он, Мизин, Биньо, Виталий Грева. А я говорю, Сергей Владимирович, говорю, скажи, пожалуйста, а чего вы меня к себе так близко подпустили? Говорю, ну, постоянно там... подсказывайте, да, не кричите, да, 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 делайте из меня футболиста. Он говорит, Жень, вот когда ты станешь старше, я хочу, чтобы ты передал это все молодым. Но и это ты его... как бы чувствуешь такое, да, некое... Ты знаешь, он ушел в жизни и... Дядь, ну я на его могиле плакал очень долго. Часа два, я, у меня истерика началась. Особенный человек был, да? Ты не понимаешь. Не только такого, футбольной такого, карьере, я так понял, что и... Это очень порядочный, честный, справедливый. Ну, я не знаю, там много можно комплиментов. Но это мой учитель. Но он считает, что он с Мизи сделали из меня футболиста. Ну, реально сделали с Мизи. Ну, таких, как я, блядь, может, было много, может, мало, не знаю. Но они что-то во мне увидели. Ну, видишь, не даром. Ну, слушай, карьера, ну, получилась хорошая. Бывала, была игра с Полтавой. Мы 1-0 выигрывали. Это еще Арсенал? Ты, да, рассказываешь? Ага. И 2-1 проигрывали. Ага. Я случайно забиваю 2-2. И на 93-й ставят пенальти. Ваши? Мы бьем. А, вы бьете. Бьет. Бьет. Должен, ну, Сергей Владимирович. Да. Он приносит мне мяч. А меня до этого Мизя учил, как бить пенальти. Я на тренировке не забил его по вратарю. Он мне приносит, я говорю, Серый, я не буду. Он говорит, это же надо. Это 92-я минута или какая-то? Ну, какая-то? Да, минута осталась. Я говорю, я не буду. Ну, я у вас премию заберу, я не буду бить. Он мне бросает мяч, говорит, я ебал, набью прямо здесь. Я стою. Это за Карлюка говорит. Говорю, я не смогу, я не забью, я у вас премию заберу. Говорит, ты что, обоссанный? Ты что, как ты хочешь дальше играть? И бросает мяч, говорит, не ударишь, набил. Прямо здесь, на поле. А чтобы вы просто понимали, Арсенал всегда вел, практически всегда, они там или в серединке, или вели борьбу за выживание, то есть эти очки, они были жизненно необходимы, по-любому. То есть это не была там какая-то проходная игра, насколько я понимаю, да? То есть это прям важно там не было. Не было проходных игр. В принципе, да, на том уровне. Ну-ну, и? И что, Закрылюка, Царство Небесное, подходит, бросает тебе мяч в самый... такой ответственный момент. Я, говорит, набил, если не ударишь. А мне, ну тогда олимпийский, 20 лет мне, или 21, я не помню. Ну, на шо? Олимпийском проходил матч, да? Да. Я не знаю, что мне делать. Он бросил и ушел. Я понимаю, что если не ударю, мне набьют лицо. Ну а он реально, если он сказал, он сделает. Ну я подхожу, бил первый раз по вратарю и забиваю. И он так встал, и я не понимал, что происходит. И вы выиграли. И он подбегает первый, да, 3-2. Обыграли Полтаву, да, да, проигрывая по ходу 1-2. 1-0 выиграли? Это просто. Я, да, я не понимал, я говорю, начинается, допустим, начало второго круга, а он пропускал игру. Я звоню Серый, ну, я в номер, говорю, сейчас зайду. Я говорю, Серый, меня трусит, говорю, я не могу. Говорю, трусит, я переживаю за первую игру. То же самые слова. Ты что, говорит, обосранный? Ты выйдешь, забьешь. Но если не ты, то кто? Ну, да. Понял, вот такими словами, там, такими действиями, он мне давал уверенность. Умел подобрать, да, фразы нужные, необходимые. Но когда надо было, он орал. Хорошо на меня. Скажи мне, а все, что касается там профессиональных моментов, моментов мотивации, тут, я так понял, вообще равных ему не было для тебя по значимости. Смотри, для меня он сделал, наверное, он сделал мою карьеру. Даже так? Ну, дядь, во когда многом. Ты малой приходишь, ты стоишь с такими игроками, и я вижу, как они относятся к одним и как относятся к другим, но я теперь понимаю, как ему надо относиться, когда я стал старше. Ну, я вижу, кто работает, кто старается, у кого есть талант, у кого, ну, нет. Да.
Это, конечно, интересно. Хорошо, это ясно. Я что, самый главный вопрос же, что я хотел спросить. А в бытовых моментах, допустим, ясно там, да, по футболу, там, по игровым каким-то, он был прям для тебя папа. А вот какие-то моменты вы проводили, проводили вместе время с ним? Конечно, конечно, пиво пили. Постоянно. Да и пиво пили, было. Все было, да? Ну, конечно, нормально. Ну как? Смотри, ну я просто, ну я не пил тогда, но так я мог бокал выпить. Или... С бокала убирала нормально, да, больше не надо было. Да я литровый. Смотри, я литровый бокал. Чуть другой был. Я их боялся. Ну, ну как ты будешь сесть старшим человеком выпивать? И накидываться, ну да. Ну тут чуть по-другому. Тут или есть уважение, или его нет. Ну да. Ты же не можешь просто прийти накидаться там или что-то сделать с человеком, который тебе делает все для тебя. 100%. Хотя было разом. В общем, суть в том, что имея свой опыт такой, да, что в свое время Мизин и Закарлюка сделали такой весомый вклад в карьеру Жеки, какая, посмотрите, у человека получилась все-таки карьера интересная. Ну не только Мизин, и Беня, нет, Биньо, Юрий Володимирович, толерантная людина. Да, но суть в том, что я, это ясно, что, наверное, был целый ряд, прям у тебя список таких людей. Но четыре человека, Виталий Греева. Да, того же, допустим, Сергея Закарлюку выделил и дал ему просто, вернее, себе дал обещание. Да, что у тебя ты окажешься в такой ситуации подобно, я и поступишь ровно так же. Да. Вот и все. И поэтому я же о чем вам и говорил. Стоит цель, а вокруг него детский сад, как этот, как воспитатель. Ну, в хорошем смысле, не в плохом. Безусловно, это здорово. Вот, семьи все. Нашего пингвина, доктора. Ты мне расскажи, есть вот, на твой взгляд, пацаны такие, которые действительно вот в этом составе, в Минае, способны да. сделать карьеру, если, ну, скажем, не хуже, чем твою? Если бы их не было здесь... чем как твою. Да. То я, ты бы сюда не пришел. Я не то, что не пришел бы. Я бы, наверное, собрал бутсы и ушел. Поняв, что тут так, да? Ты просто... Смотри, они здесь есть. Им нужна помощь. Да. Они все талантливые, молодые. Они еще дети. Ну, по 19, по 20 лет. Но если не я, то кто им поможет? Безусловно. Опыт, конечно, конечно. Уверенность, это здорово сейчас. Хорошо. Давай, уже долго. Куда он может ждать? Ну, вот с такими нападающими только на квартире нападать. Есть. Да, вот я говорю, куда он? Что на даун? Дядь, обыграл, здорово. Ну, от скажи, і що він зробив? Друзі, ну що, поки хлопці наші пішли перевдягатися у роздягальню, ми допиваємо каву і прямуємо на стадіон, де проведемо декілька цікавих челенджів для вас. Ребят, ну що, у нас три упражнення, три челенджі. Первый в качестве разминки мы начнем жонглирование бедром. Кто больше? Жекин кумир, для кто не знал, может быть, Марадонна. И когда-то перед матчем, по-моему, это было на Дели Альпе, если не ошибаюсь, или на Сан-Паоло, неважно. На Сан-Паоло. На Сан-Паоло, да. И он перед игрой с Ювентусом, его так очень большим крупным планом взяла камера, он жонглировал долгое время на плече, на бедре. И мы сейчас что-то попробуем подобное повторить. Начнем с молодежи, наверное, да? Ну, конечно. Тоха, давай, твой выход. Задача, как можно, смотри, большее количество раз прожонглировать на бедре. Независимо от того, ты можешь одним работать, ты можешь работать поочередно, неважно. Но любое касание любой части тела другое засчитывается как все, как, да, как минус. Начнем, ну что, давайте, давайте, поехали. Ребят, внимание, кто считает? Джека считает. Джека, бери калькулятор, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, уже ножки, все, да, начинают уставать, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Оно будет сотка или нет? 2, 3. Жека уже начинает нервничать. 4, 5, 6, 7. Смотри, сохранил. 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Ну заканчивай уже. Алло, Жека уже нервничает. 6, 8, 9, 10. Сто было? Я что-то провтыкал. Сотка. Есть. Первый зашел, соточка. Жек, мы пропустим кулю, наверное, вперед, да? Что скажешь?
Ну, конечно. Давай, Буль, твой выход. Все внимание, все внимание на самого симпатичного парня. Команды не наем. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Чувствуем до вечера больше мира. 8, 9, 30. Четко. 5, 6, 7, 8, 9, 40. 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 80, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, Жак, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, было. С закрытыми. Хорош, соточка была. А этот хороший. Не, это слабый. И вот, вот, самое главное. То, ради чего мы тут собрались. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, еще 8, 9, все. Царёк, хороший, хороший. Что, я буду бегать за мячом. Ну что, друзья, зато харизма. 100, 100, 9. Все просто. 100, 100 у пацанов, у Жеки 9. Зачем ему больше? Ну, ему не надо больше просто. Разминочку провели, ребята немножко размялись, немножко почувствовали мяч. Пацаны справились с задачей на 5. Жека на 5 с плюсом, ну, как всегда. В принципе. И следующее у нас будут сейчас удары с линии штрафной. Задача с 5 попыток попасть максимальное количество раз в перекладину. Все просто. Смотрим. Брат, ты что, сейчас загоню? Загоню молодых и старых загоню. Согласен? Ну что, поехали. Первая попытка. Давай эту. Оп! Да не! Не макаться, ну ничего. С такими ударами поехали. Ну фору надо дать. Оп. Да не! С такими нападающими только на квартиры нападать. Коронная правда. Да. Было, один, хорош. Не спеши. Спокойно. Спокойненько. Два. 2-0-0, счет. Нет, здорово, 2 очка, по-моему, неплохо. По-моему, третий, здорово. Хороший, хороший. Было. Так, ну что, следующий. Чуть не дожал. Но амбиции много. Ножку крепче надо. Амбиции много. Я думаю, победа. Это не мое. Ну что, Тоха набрал 2 очка, достаточно неплохой результат. Теперь очередь Кули. Давай, поехали, Куль. Жека на воротах, если что. Вот это хорошая сейчас была. Я говорю, это не мое. Не спеши. Давай, брате. Брате. Пойдем. Здорово, ноль. Ну главное, что все в ворота, Жек. Сейчас будет. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть. Тут так. Ноль. Результат ноль. Говорит, это не моя фишка просто, говорит, вообще не моя тема. Это же, говорит, не на бедре жонглировать. Жак, а что ты там забьешь? Да, за ворота. Забью, может, случайно. Нападет на квартиру. Оно. Да иди же сюда, хорошее начало, 1-0. 1-0. Он башмаком этим бьет, блядь. Ну, давай. Был. Не было, был. Отвечаю. Я слышал. Не было. Камон. Стреляй, не было. В натуре не было. Финал у нас уходит Джека и Тоха. И сейчас они между собой с помощью 5 попыток, как и в первом туре, решат, кто же все-таки чемпион. Ладно, первый попал. Хорошо, есть хорошее начало. Резко начал запустить. Ты что, смотри на него. Хороший. Последний, давай. 3 он точно не попадет. Ай-яй-яй, хорош, хорош. Жмутся просто. Не было? Давай я сейчас там встану, чтобы не было вопросов. Повелый, нету смысла, в сухую или не в сухую, решается. В сухую такие. Тоха, чемпион у нас. Ну что, пацаны?
следующем челлендже, привет, Сань, нам нужен будет вратарь. Представься, расскажи, как ты попал в Минай. Я, насколько знаю, тренируется Саня с U19, но тренируешься с первой, да. А играешь за юшку. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в Минай в двух словах? Какой путь прошел? Ты сам из Ужгорода? Не, сам в Запорожье, потом перешел в Шахтер U21, играл там 3 года и сейчас летом перешел в Минай. Минай, и вот это твой первый сезон получается. Да. Слышишь, но как вообще позиция Жекина в клубе? Как ребята относятся к нему? Я у всех спрашивал, всем задавал этот вопрос. Это относится очень хорошо, это авторитет у нас в команде, молодые к нему прислушиваются, и я думаю, у него очень большая значимость в Минае. То есть для вас действительно этот человек является, ну, прям как, конечно, конечно, как отцом, да, знаете, в хорошем смысле этого слова. Здорово! Сейчас посмотрим, как ты против него будешь на воротах. Я надеюсь, хоть парочку возьмешь. Да, думаю, да. Давай, надо взять по максималке. Хорошо, давай, поехали. Давай, Сань, удачи. Последний челлендж, самый важный, определяющий, кто же все-таки чемпион по пенальти среди этих ребят. Задача ребят с 5 точек забить максимальное количество голов. Соответственно, 2 выходит в финал, и между собой уже на вылет решает, кто чемпион. Тох, поехали, с тебя. Начинаем. По традиции начинаем. Все берешь точки. Ай-яй-яй-яй-яй, хорош, ну близко было. Если я стану, то я отобью точку. Слушай, ну это вообще здорово, это прям здорово было. Ай-яй-яй. Вот эта горбуха хорошая была, сейчас понравился. Хорош, Тоха, 4 из 5. Вот он наш лидер сегодня. Снова выбивается вперед, в лидерские позиции занимает. Поехали, первая точка. И здорово, 1-0. Какая музыка пошла. Ну так по делу, они по делу. В команде в одной играли. По делу. Здорово, без шансов. 2 из 2. Сань, собери. Туда его. Ой-ой-ой, ну это не сейчас надо было с перекладину попадать. Это предыдущий в челлендже. 2 из 3, да? Неплохо, смотрим. А ну лови. Хорош! Боже! Да, считать. Ты видишь, что произошло? Бар сказал, что все-таки гол был. Жек, что-то с утра не то съел, да? К сожалению, защита нас. Срай серьезно. Понятно, но... Здорово. Здорово. Оп-оп-оп-оп-оп! Здорово! Туда его. Хорошо, хорошо! Здорово! Вамос, вамос! Видишь, чуть-чуть давление пошло и все. Чуть-чуть давление. Блядь. Матерь. Здорово, доезжишь. Ну что, никто у нас не выскочил, все ошиблись всего по одному разу. Поэтому, как и договаривались, мы сейчас играем на вылет. До первой ошибки. Да нет, Кема! Ай, молодец! Пожалуйста, видите, к чему пижонство приводит. Вот, пожалуйста, он говорит, я не пижон, да я не пижон вообще. Вот к чему приводит пижонство, бля. Саня, тащи, Саня. Хорош, хорош, здорово. Тоха, бля. Хорош, Кема! Вот, а чем, бля? Чемп! Так я ему, чемп, говорю. Чемпион! Я ему говорю, что я катал его. Хороший. Хорош, хорош, хорош. Никто мне не верил. Ну что, друзья, 3 челленджа прошло. К сожалению, ни в одном из них не удалось выиграть Джеки. Ну, потому что все свои победы он оставил на игры официальные. Можете не сомневаться. Но пацаны красавцы. Реально. Молодец. Давайте взрослого. Спасибо большое. Приятно было, интересно. Умнички. Понял, проиграл, несет мячи. Пацаны, блин, молодые. Ну, проиграл человек, несет мячи. Все четко, все справедливо. Говорит, чтобы не выставляли, говорит, челленджи на видео. Ну, слушай, не могу я просто взять так и закрыть этот вопрос и больше о нем не говорить. Что это было, расскажи мне. Сначала Караваев. Нет, сначала трибуна. Подожди секунду. Потом Караваев. Нет, потом сначала Караваев. Нет, сначала Караваев, да, потом трибуна, опять трибуна. Скажи мне, это связано с твоим психологическим состоянием? Что такое? Я тебя не узнаю. С одной стороны, это свойственно тебе, а с другой стороны, блин, смотри, это не профессионализм. Согласен. Ну, я полностью это понимаю. Чего? Чем это обусловлено? Расскажи. Ну, смотри, ну, чтобы мне еще ребенок не рассказывал. Слушай, там мало ли кто там кричит. Нет, за Караваева.
Тут просто, ну, дядь, ну, просто если вообще за стол сесть, все говорят. А потом что-то еще рот начинает открывать. Ну ты что? Приселся за стол с тобой сесть? Ну да, боже. Ну перестань. Потому что ты начинаешь, ну почему бы я это не сказал, потому что не понимаю. Понятно. Ну он начинает что-то бегать, кричать, yeah, что-то, блядь, рассказывать кому-то. Что ты бегаешь? Что ты рассказываешь? Ты вообще кто? Да, но неужели это профессионально? Смотри, после игры я не хотел выяснять еще, тем более с участием прессы. Вот, вот в том-то и дело. Зачем он это сделал? Перед камерой ждал меня по трибунам помещения. Я ему сказал, после игры поговорим. То есть там обоюдка была, да? Получается, и с твоей стороны, и с его стороны. Либо же там была просьба остаться после игры. Конкретно тут, потрендеть. Нет, тут дело в другом. Ты на поле он начал рассказывать судье. Что-то кричать, кому-то что-то доказывать. Я говорю, слушай, да, закрой рот. Ну, тебе вообще не рано говорить. Ну, еще рано. Ты просто кровать. Начал что-то мне, я говорю, слушай, поговорим после игры. И он перед камерами заходит. И стоит, ждет меня. Ну, я тебя жду. Я говорю, потом, потом поговорим. Нет, потом я с тобой не буду разговаривать. Я говорю, потом поговорим после стадиона, без камер, без ничего. А. Ну, вот и все, все было. И на этом все закончилось. Так хорошо, но... А там... Ну, а так, чтобы, типа, в ринг нужно было выйти. Да, ну, с кем? Шучу, Жек. Есть поле футбольное, есть мяч, ворота. Там нужно доказывать. Тут вопросов нет, эмоций, это нормально. Так, а что с болелыми там произошло? Ну, Дим, ну, слушай, ну, когда мне говорят, петух, езжай в ДНР. Ну, такое, да. Блядь, я в Донецке не был 2014 года. Да не, ну, поздержанней чуть-чуть, блядь. Эмоции. Я переживаю за команду. Я эмоциональный человек. Я... Это, между прочим, во многом объясняет тебя не только как футболиста, а как личность. Вот, что ты не безразличен. Да, где-то поддался эмоциям, это такое, но... Смотри, когда стаешь безразличен, то уже заканчивается. Да, надо заканчивать сразу, 100%. Все, когда у тебя нет эмоций, 100%. Все. Да, но эмоции нужно все равно на поле. Смотри, Жек, надо сдерживать. Тебя все равно травить по этому поводу. Да, ты можешь травить. Я не сам знаю свои ошибки. Да, я да, сам знаю. Уверен в том, что ты сознательный человек, и ты прекрасно понимаешь. Ну, я понимаю, я не имею права этого делать. Я с тобой согласен. Но с другой стороны, согласен, именно вот такие моменты, вот такие ситуации, они еще и дополнительно заряжают внутри. Они тебя мотивируют изнутри. Да, да, доказать выйти. Вот, может быть сама, здравствуйте, может быть сама методика как бы такая себе оказалась, но это не методика, это, ну я такой человек, я очень сильно все близко к себе беру. В тот момент, наверное, даже и не особо не понимал. Ну, я не то, что не понимал, тут чуть поддавался чувствам. Ну я эмоционально, я не могу по-другому, ну не могу. Не умеешь просто иначе, да и бог с ним, слушай, это такое, у тебя уже такая репутация у бойца, поэтому вопросов, мне кажется. А тут дело не в бойце, я человек сам такой. Человек эмоция. Знаешь, как боец невидимого фронта. Невидимого, 100%. Недавно чисто случайно пораздил просторы и попал на интервью Поврознюка, папы которого Поврознюка, не Димы, не Триндеца, ты понял. Вот, и он сказал там одну такую, цитирую, Николы в команду не возьму. Типа ни при каких условиях. А шла речь об этом вообще, что ты должен был в Ингульце был оказаться? Об этом хоть шла речь? Откуда вообще взята эта информация? Я не знаю. То есть это все выдумано? Ну вот я его не возьму. Я же к нему прошу. А я скажу, что пойду на воскресенье, так а я и не пойду. Да не, ну просто... Я ему набрал после разговора, говорю, слушай, что тебе плохого сделать? А я считаю, ты не футболист. Мне надо было заканчивать в 2016-2015 после Кубка УЕФА. Я говорю, я сам возьму, что мне делать. Зато в 2018 я выиграл два кубка. В 2018-м? Ну, в Турции или 2019. Он никогда и кубки не выиграл. Ну, никогда. Не он что-то мне будет говорить. Я читал, что если я футболист, испанский лучше. Я голову больше забил, чем много лет сам. Слышишь? Вместе. Всего. Слышишь, ты нехорошо. Ну, о чем тебе говорить? Хорошо. Нет, смотри. Вот я, как я это вижу. Да. Футболист должен играть в футбол. Безусловно. Шахтер работает в шахте. Каждый должен заниматься своим делом. Ну блин, ну я честно, ну я не понимаю, когда люди посторонние начинают говорить о футболе. Ну то есть все-таки речь о переходе в твоем Вингулет шла. То есть... Ко мне? Да. Я не знаю, зачем он вообще это написал. Да никуда она не шла. То есть не было такого? Я никуда не просился. Ну я лично никуда не просился. То есть у тебя не было такого? Да ну перестань, ну слушай. Странно, очень удивительно. Я да, на самом деле... Ну, блин, ну... Не, он, конечно... То, что удивительно, я вообще не понимаю, откуда выдумываются такие слухи за меня. Я просто иногда в шоке бываю. То есть все-таки это чистый воды слух?
не имеющий под собой. Ну, слушай, ну, тоже его слова. Если Селезнёв футболист, я испанский летчик. А кто, он футболист? Я просто не понимаю, но ты говоришь человеку, который проиграл на определенном уровне, выигрывал чемпионство, трофеи, играл с футболистами рядом, играл в сборной. Но ты, ну как, ты, я, ну, это его, конечно, дело. Ну, пусть делает, что хочет, я ж к этому отношусь. Не, ну тут на самом деле вскользь хотел просто по этому вопросу, просто интересное высказывание было с его стороны, не более. Да я вообще, ну я знать не знаю. В принципе, отношусь к этому тоже очень спокойно. Тебя знаю непосредственно, его знаю только там, с экранов, поэтому просто хотел с тобой обсудить, ничего такого на самом деле. Так а мне что, кого мне? Мне знаешь, какой интересный вопрос действительно есть у тебя? Ты при выходе, я тебя еще думаю, приеду к тебе и задам тебе его в первую очередь. При выходе на первый матч, я имею в виду футболки Минаева. Да. Вот, ты выходя, поблагодарил Павелка. Был такой момент, я хотел бы остановиться на этом более подробно. Ага. И прямо вот не перебивать тебя, хотел бы, чтобы ты все прямо вот рассказал. Да, что, я поблагодарил, что почему, подожди, сбивать. Почему именно поблагодарил Павелка? Я не понимаю. Андрей Васильевич, я знаю давно. Да. У меня были определенные проблемы. Ага. Они есть. С ним? Не с ним. А, в целом, твои личные проблемы. А как вообще отношения с ним? Хорошие? Ну, мы давно не общались, ну, до этого общались, у меня есть свой номер, мы можем поговорить, мы можем разговаривать, но... То есть, абсолютно в любой момент, в нормальных отношениях, абсолютно в любой момент... Ну, нормально, я ж... А зачем, ну, как бы, почему? Ну, он президент федерации, он делает много для сборной, он много делает всего хорошего, чего я буду себе нормально. Ну, почти хорошо. В таком случае, возвращаясь к самому вопросу, который я тебе задал, не отношение к Павелке, а почему именно Павелка ты поблагодарил в тот момент? Почему ты посчитал... Я не только Павелка, я поблагодарил Сергея Александровича, мой друг. Да. Павелка, Василия Васильевича, президента Мина. Потому что действительно люди... И все они имеют отношение либо к тебе, либо отношение к клубу. Понимаешь, к чему я вообще вопрос мой? И тут, смотри, пожалуйста, в этом списке президент федерации. После того, почему? Что я пережил в Колосе, для меня эти полгода, если бы не Саня Гусев, не Валя, они просто меня вытащили психологически. Я помню твое состояние, я помню же. Помню, ну, представь, мне даже запретили тренироваться даже с Ю-18, с Ю-19. Ну, да, представь, для футболистов. Это травля серьезная. То, что не платили зарплату, это... Ну да, не будем уже это ворошить. Я имею в виду снова по 35-му разу говорить об одном и том же, это Колосе. Я единственное, что хотел сказать. Вот сейчас, вернее, спросить по Павелка все-таки. Почему ты его выделил? Для меня это важно. То есть он в тот момент для меня и для всех слушателей, думаю, и... Потому что я вернулся в футбол. Да. И ты и во многом... В какой-то степени благодаря ему. Принято. Все, теперь все ясно. Вопросов больше не имею. Хорошо, а возвращаясь все-таки к теме Колоса частично. Отношения с Костышиным после ухода твоего и после всех множества конфликтов разнообразных. То есть вы вообще никак не общаетесь и нигде не пересекались? Вот та беседа, о которой ты просил, выпрашивал, да, там, грубо говоря, по-другому не назвать, она так и не состоялась у вас? Раз, на четвертый очень. Раз. Он приехал, я посидел чуть-чуть, потом зашел обратно через 2 часа, угу. Пару слов перекинулись, ну, я его не понял, я его и понять не смогу, наверное. То есть вы ни к чему не пришли и сказать, мне что никогда с ним не придем. Конфликт исчерпан. Не было конфликта с Костышиным, но его не было, потому что мы не разговаривали. Раз на тренировке еще я увидел, когда я приехал тренироваться, тренировалась первая команда, естественно, не запрещали там даже близко подходить. Я говорю, говорить будем, говорить нет. Ну нет, значит нет. И все. Вот это вся беседа, которая у тебя была по сей день с Костышиным. Ну не о чем человеком называть. Ну так себе, ну, честно говоря. Я, честно говоря, удивлен. Вот. Но, а с другой стороны, может быть, его статус тренера не позволяет ему. Я не знаю, пока ты в статусе игрока еще находишься. Не знаю, сложно мне сказать, почему. А с другой стороны, а что ты за тренер, если ты не можешь работать с таким игроком? Ну что ты за тренер? Тоже согласен. Ну то есть... Яков, ну ты тоже, давай объективно, ты не простой парень. Тут простой или не простой, Дим, тут чуть другие вещи. Я справедлив. Я люблю, чтобы было все честно и правильно. Ну, мне незачем. Если это будет не так,
то я скажу это в глаза. Я не буду играть в какие-то игры. Но в игры я не играю. Если так, оно будет так. Ну я видел, как оно должно быть. Я знаю, как это нормально, чтобы. Ну я это все видел. Я прошел через карьеру большую. Безусловно. Поэтому, ну что, ну кто мне будет рассказывать? Я знаю, заказывая, кто есть кто за полем. Ну вот за полем, кто кем был, кто кем остается, как ты себя ведешь. Ну при мне, ну я же говорю, я такого не могу. Если это несправедливо, то чего я должен молчать? То есть несправедливость для тебя это, наверное, самое такое неприятное чувство, да? Потому что я видел, как должно быть правильно и как правильно поиграть других. Ну конечно, это чуть другое. Жек, ну, по-моему, уже время, да? Да. Через 5 минут начинается бега. Іди переодівайся, дальше продовжуй. Дорогі друзі, ми ніколи не забуваємо про вас. І саме тому сьогодні розіграємо оцю прекрасну футболку «Минає» Жекі Селізньова з його власним підписом. Для того, щоб прийняти участь у розіграші цієї футболки, вам необхідно підписатися на канал «Спорт Арена», на нашу інстаграм-сторінку та дати відповідь на запитання, що саме треба зробити Жекі, щоб побити рекорд Макса Шацьких. Автор найкреативнішої відповіді стане володарем цієї футболки. Всім успіхів! Доброго ранку, друзі! Сьогодні другий день у Ужгороді. Вчора ми поспілкувалися з хлопцями з команди, побули на тренуванні, подивилися гру дублерів, а сьогодні у нас гра «Минай Десна». І дуже надіємось на перемогу і на гол від Жекі. Підемо. Ну! Гол. А что? Что произошло? Минай забивает гол, но, к сожалению, не засчитали. Фол в атаке. Ну что, перший тайм закінчено. Рахунок 0-0. Дуже багато інтересних, цікавих моментів, але не вдалося реалізувати жодного з них. Чекаємо другий тайм, чекаємо вихід Жекі. 57-му замінив Євген Селізньов, номер 11. Матч закінчився з рахунком 0-0. На жаль, не вдалося Жекі забити. Були моменти, було їх достатньо багато, але все ж таки 0-0. Навіть не знаю, на чию користь, але плюс одне очко в боротьбі за виживання. Жека під час матчу отримав не дуже велику нагрузку, тому вирішили трошки його відтягнути, так сказати. Відправились до тренажерного залу, де будемо зараз займатися качем. Йдемо. Що Тоха, що Жек. Приблизительно сыграли не приблизительно, а одинаковое количество времени. Вот, поэтому решили немножко доработать еще сальчик. Сейчас займемся силовым тренингом. В частности, в первую очередь, будем работать над верхом. Да, все. Ну, работаем со стопой. Со стопой, как правило, огромное количество перетяжек, компенсаций может происходить вследствие нефункциональной стопы. Понимаете, о чем я? И принято было решение в первую очередь начать с этого, потому что это беспроигрышный. Кстати, фам-роллер есть, сейчас покатаемся. Подготавливаем колени и передние поверхности. Время пошло, Жек. И оп, жопу больше назад, упираться в пятку. Чуть лучше сядь. По поводу тренировки, еще первое наше упражнение, с которого мы сегодня начнем, это будет присед, это будут выпады комбинированно. И почему именно тренажер Смита я выбрал для этого? Да потому что попросту в силу того, что я не знаю технику Тохи, в первую очередь, Жекину это знаю, этот тренажер нам дает возможность научиться четко выполнять. То есть у него нету, это не свободный вес, и тут гораздо проще понять принцип, суть техники приседа. Колено всегда носок развернут в сторону. Первое движение жопой назад, колено уходит в сторону. Прожимаемся, таз слегка выводим вперед. Сюда толкать не нужно.
То есть спазмировать ваду и спину нет смысла, будет только хуже. Без веса, первый сет 15. Очень важно отводить в первую очередь таз назад, а не толкать голень вперед, как большинство людей делают, не понимая самого принципа. Тут даже особо нечего помогать. Тут нет, не особо нечего помогать. О, и чуть выше. Да, все, плечо ниже, только при этом дельту сильно включаешь, да. Барабанная дробь. Жека Селезнёва будет держать 100 килограмм. 100 килограмм. Он 100 раз уже отражал, на самом деле. Ничего сложного. Сейчас вот так её подниму. Давай, хорошо. Хорош, бой. Бой. Последний. Еще. Получай. Тренування закінчили. Їдемо в чани. Трошки розслабитись. Трошки поспілкуватися. Та трошки відновитися. Буде цікаво. Жек, що ти, як настроєння після ігри, состояння? Це, Димон, це не дуже розстроєн сильно, що не забив, повинен забивати такі. Ну мог, так, да, мог забити. Звісно, мог. Там смотрели, звісно, на повторі, м'яч непростий був, Рус, звісно, постарався максимально перебросити, да, там, ну, чуть неудобно там було. Там я вдержав паузу, щоб в ній гри не попасть. Він скользнув, ну, це не оправдання. Абсолютно. Для такого футболиста, как Селезнёв, с таким именем. Ну, обязан забивать, да. Однозначно. Слышь, ну когда там блиц разворота. Ты мне скажи, ты принял решение сходу бить? Или ты... Я видел, что вышел вратарь чуть. Сразу? Ну, конечно. Ты бы стоял спиной к воротам. Я не сразу. Я увидел еще тогда, когда... До того. Ну, конечно, да. Ты же смотришь позицию вратаря, позицию защитника, до того, как ты принимаешь мячи. Прочитал наперед. Слышишь, ну ты мне скажи, пожалуйста, а доволен своей игрой конкретно? Ты лично. Я доволен, когда буду забивать. Когда мяч в сетке, да? Да. Согласен. Но честно тебе сказать, со стороны смотрелся очень здорово, правда. Я смотрел, ты встретился с мячом там порядка 7-8 раз внизу. И там несколько было моментов, когда тебе приходилось бороться за него. Все своему, все четко. Что Леонов сказал после игры? Конкретно тебе. Не, по игре нормально. Победная, согласен был? Да, должны были обыграть. Это просто кэш. Ну слушай, с другой стороны, блин, Десна тоже команда, да, такая, не подарок. Да никто же не говорит, что не подарок. Ну да. Но игра складывалась таким образом, что нужно было все-таки выиграть. Ну то такое, слушай, я знаешь, этот самый, тут уже проехали, сейчас у нас такое чуть время релакса. Хотел с тобой обсудить там части твоей карьеры предыдущей, понял? Ну, имеется в виду до Миная. Вот, и мне было всегда интересно, ты в таких клубах играл? Днепр, Шахтер, та же Бурса, вот. И, ну, именитые клубы, безусловно. Вот, и с тренерами ты из Белозаглу работал, и с, правильно же, я не ошибаюсь? С Хаканбруком. С Хаканбруком, то есть, прошу прощения, а с МРЭ ты не работал? Мы просто дружим. Просто общались, здорово. Но тем не менее, потом Рамос, там такой список, на самом деле, Луческу. Огромное количество высочайшего уровня профессионалов. И насколько я понял, у них у всех разный подход, это нормально тоже, да, абсолютно. Вот ты мне расскажи, где комфортнее всего тебе было, с каким тренером ты чувствовал себя максимально... как тебе объяснить, ты чувствовал поддержку. Поддержку тренерскую. Поддержку? Да, и ты действительно давал возможность тебе раскрыться ну, максимально. Ну, у меня очень много кто поддерживал. Просто если брать этот топ-клуб, очень много да, поддерживал. Да, из топовых, вот интересно было. Рамос очень много. С Рамосом комфортно было? Да. А расскажи, почему? Ну, он ко мне как к сыну относился. Он видел, ну, как со мной надо работать, что мне надо, чтобы меня не трогали, чтобы не было... Я не знаю, там каких-то потусторонних моментов, чтобы меня просто огородить от нефутбольных дел. Ясно, скажи мне, но вот ты с Рамосом конкретно, ты себя чувствовал защищенным? Да. Имеется в виду там от прессы излишних каких-то этих самых? Я к прессе отношусь, Дим, я по-другому отношусь к прессе. Я то, что думаю, то и говорю. Это может быть... Ну это плюс и минус. Некрасиво, плохо, ну я такой, как есть. Зато честно. Ну а зачем мне?
Говорить то, что хотят услышать, или говорить, как оно есть? 100%. Но я насколько слышал, да, вот у Хуана де Рамоса, в частности, у него не было такого жесткого щима по режиму, там, что, не знаю, что следили. Что такое режим? Ну, смотри, я имею в виду, что такое следили? Не следили, там, кто куда идет. Я знаю, вот у суркисов, да, вот у них часто такое, там, чуть ли не слежка за каждым. У каждого свой подход. Подход, это нормально. За нами не надо следить. Для меня что такое слежка? Ну, что это такое? У меня есть показатель футбольное поле. Вот и весь показатель, Дим. Как раз таки в тот момент. А следить, ну, так, тут следить не надо. Зачем ты следишь за футболистом? Ну что ты хочешь увидеть, что ты хочешь узнать? Ты подойди, спроси, он тебе скажет. Ну если тебе сильно это важно. Вот ты как тренер бы такой же философии бы придерживался, да? У меня, показатель, просто в таких клубах там нет слежки. Нет. Там есть результат, он там выходит на первый результат, план. Там есть результат, и все. Нет результата. Либо ты его показываешь, либо нет. Ну, просто, вот, допустим, взять Шахтер. Там требовалось, чтобы ты потренировался, все остальное за тебя делает клуб. Ну, ты огорожен... От любых моментов. Ну, нет. Смотри, у меня есть ошибки, у тебя, у любого другого. Да. У футбола ошибок нет. Футбол не прощает ошибки. Его величество футбол. Ну, тут, я же говорю, в силу своего опыта, но я видел разные моменты. Самые разные. Поэтому... Хорошо, а было такое, что Хуан де Рамос, в частности, да, вот ты его выделил, он кого-то там, он, либо же его администрация, я там, так штрафовал честно. Кого-то. Ты понял? Никогда в жизни. Никогда? Никогда. Ни разу. Ни одного штрафа. Штраф это был не играть на футбольном поле. Вот самый штраф. Жесткий штраф. Да, у нас заездов не было. Это вообще для меня интересно. Мы все дома спали. Обязательно у команды нету заезда перед игрой. Ну а есть, зачем тебе нужен заезд на базе? Зачем? Для чего? Ты играешь на высоком уровне, ты знаешь, что тебе лучше. Ну кто, если не ты, знает свой организм? Ну кто? Кому-то надо поспать там до 12, кто-то в 7-8 встает. Уже встает, да. Ну ты должен сам понять, насколько комфортно. Если ты что-то позволишь себе лишнее на заезде, ты придешь на игру, ну ты сам себе, ну это Рамос так говорил, уберу себя состава сам. Он я так найду, и говорил, да? Он я найду так... любого другого, их уже не будет. Да, там были у меня привилегии, там у Конопы, у Русика, привилегии а какие? Были. Ну я не знаю, какие, как тебе объяснить. Ну при Маркевиче у меня там, я приехал на базу, как ты себя чувствуешь? Я поехал в баню, я хочу отдохнуть. Конечно. Вопросов нету. Ты сегодня тренируешься, там, ну я не любил пропускать тренировки, но были моменты. Ну конечно. Ну я, допустим, вот тренировка после игры, я даже если отыграл весь матч, я люблю тренироваться, в футбол поиграть, квадраты, ты больше получаешь уверенность. Рамос, конечно, этого не допускал. Некоторые допускали. Угу. Но ты сам понимаешь, как тебе лучше. Ну да, Рамос был за восстановление. Ну что, да, допустим, за мной следить? Ну зачем? Зачем за мной надо следить там или за тобой, за кем-то? Ну что ты хочешь понять? Ну что? Просто каждый должен выполнять свои обязательства. Свои задачи. Вот и да, все. Да, согласен абсолютно с тобой. А на футбольном поле это все А как все вот, видно. Хорошо, по Рамосу, в принципе, ясно. А вот по Луческу, скажи, вот в этом же вопросе. Такой же. Подобный, такой да? же. Да? Один в один. Ну, конечно. Скажи, а были какие-то, ну, по-любому же были какие-то моменты, не обязательно там о них там сильно рассказывать, просто когда прям залет был жесткий, не твой, а там час, ну, там, конечно, было, полно было. Жесткий-жесткий. И Луч реагировал спокойно, ровно, вообще да? Вообще слова не говорил. И даже это могло исходить и от лидеров каких-то, да, какой-то, ну, назовем так, мягко, мочево. Матузалем раз пришел на... А ну, расскажи. На теорию он по стенам шел. Он не мог зайти. Матус, чтобы вы понимали, легенда просто. Игра на следующий день. Он приезжает на базу. Вышел на тренировку, а приехал президент Леонидович. А тут по сетке идет. Он идет по сетке, он идет. Сел возле поля. Начинается тренировка, встал и ушел с поля. Молча? Да. В бутсах сел в машину, уехал домой. На следующий день игра. С металлургом, да нет, не помню с кем. Он в центре поля берет мяч, обыграл четверых, и пятый был вратарь, на жопу посадил. И забил. Все? Он просто взял их и обыграл. Этим предложением Жека ответил на мой вопрос. Но я не говорю, что это правильно. Нет, может, конечно. Это неправильно. Но если он так может. Ну да. То он приносит тебе результат. Разве не это главное, да, на футбольном поле? Вот, ясно, да, с этим, в принципе, понятно. То есть не было никакого такого жесткого щима, и ты себе мог открыто смотри, себя чувствовать. Когда ты начинаешь щемить... Это важно для футболиста. Это не просто важно. Футболисты – это большие дети. Взрослые дети. Ну и ты, если они чувствуют недоверие, ну как они расслабятся, ну, как да. они будут играть? Раскрыться сложно при таких условиях, конечно.
Ну это любой так человек, любой. Да, то есть это... Просто вопрос... есть роботы, которые вот просто, знаешь, вот зарабить, я не знаю, как правильно сказать, вот они бегают и бегают. Им все равно, накричали, не накричали, что сказали. Ну да. Просто есть, а есть футболисты, которые, когда чувствуют себя комфортно, да, 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 они делают игру. Жек, накануне посмотрел интервью Вацка с Костишиным. Ты же понимаешь, я в любом случае у тебя спрошу об этом. Ведь уже и заезженная тема, но все же есть свежее интервью. И он, ну, такой достаточно львиный кусок, плотный интервью уделил тебе. Это для меня было откровением, с одной стороны, а с другой стороны, ну, это человек, который отказывался вообще, в принципе, как-либо задевать тему Селезнева прежде, да, вот он максимально уходил от ответа, хотя в интервью сказал, что он не уходил никогда от ответа, просто ну, не хотел говорить. То есть он вот так, какая-то у него такая интересная позиция. А что сейчас сказал, что сейчас захотел? Вот, и вот мне почему интересно. И я тебе скажу, что я ждал критику, либо же какой-то такой натянутый, какую-то полуконфликтную атмосферу в этом, на моменте этого интервью. Но ты знаешь, я ничего такого не услышал. Он высказался о тебе достаточно уважительно, и видно, что он относится прямо вот с респектом к тебе. И это не фейк, правда. Это мое ощущение внутреннее. Оно может не совпадать с ощущением других людей, но почему-то мне сдается, что именно так он и чувствовал, так он и говорил. И он сказал такую вещь интересную. Говорит, Селезнев – це мужик. Це не подонок. Я подонком никогда и не был. Вот. И мне прямо, ну, с одной стороны, гордость, с другой стороны, а что не так сказал? Не, а что-то когда-то стоял вопрос, что Селезнев подонок? Или что? Я не знаю, но такой вопрос задали ему, он ответил. Ему не задавали вопрос. Это он сам сказал со своих. То есть он. Я не знаю. Почему я? Я не знаю, что тебе сказать. Ну смотри, давай я тебе помогу сейчас, как выйти на этот. Я это счел, как будто бы. То есть можно было с тобой говорить, договариваться. Просто я так понял, что его посыл был в том, что он не хотел. В смысле, ты не хотел. Я не хотел. Ты не хотел закрыть этот вопрос грамотно, спокойно и без кипиша. Он неоднократно говорил о том, что Женя поднял кипиш в прессе. Ну, это для тебя тоже, я думаю, не секрет. Вот, ну, прокомментируй. В смысле, люди от меня трубки не берут. Ты про сейчас Костишина говоришь, да, про Руслана? Да, он сказал о том, что ты писал смс ему там. Да, я написал, да. Я там спылил, но он не реагировал. Ну, а что это такое? Ну, я звоню. Ну, почему от меня трубку нельзя взять? Можно сказать лицо, что думаешь, что как, что это? Витя стал раскручивать Костишина, ну, по этой теме. Он стал больше и больше задавать вопросов, и он высказался интересно, что даже шла речь о том, что возрастные футболисты Колоса в тот момент, я не знаю, о ком речь шла конкретно, я так понимаю, это Милько, это Вова Лысенко, это Петя. А скажи мне, возрастные футболисты, когда ко мне подходили и просили, чтобы деньги не пришли мимо них, когда от Шахтера, что ж они за это не говорят? Я не знаю, кто это говорит, мне вообще все равно. Если такое сказали... Ну тогда в их адрес, кто тут сказал, кому что, ну, слышал, якобы что-то можно. Недовольство, типа, было, что типа Жеке можно. А было довольство, когда деньги занес? Ни копейки не ушло. Так довольство было? Были моменты, когда они обращались тебе за помощью, да? Ну слушай, ну я в такие детские игры не играю. Недовольство, а что, чем ты недоволен? Что некоторые моменты, я насколько понял, да, из его разговора, я не знаю, внутрянки всей, но... Так некоторые... и я сам не знаю. Нет, почему? Ты был там. Некоторые моменты ты... Ты думаешь, мне кто-то в лицо что-то скажет? Нет, конечно. Ну, так откуда я могу? Лицо можешь сказать только ты. У меня был круг общения, со всеми я общался. Со всеми. Да, там большая часть молодых, так же самое, как и здесь были возле меня. Все слушали, все ко мне очень хорошо относились, так же, как и я. Мне вообще все равно, кто ты. Ты молодой или старый? Если ты человек, ты человек. Ну да, это интересно, конечно. Прям вот отчасти и шокирующая информация. Ну, вот. Она для меня не шокирующая. Я не хочу говорить, не вспоминать, не говорить. Ну, понятно. Я интервью не смотрел. Не смотрел. И сам. Смотреть не собираюсь. Я понял. Оно не из-за того, что там, блядь, какая-то обида. На обиженных воду возят и еще что-то. Но ты мне скажи, делаешь. Ты можешь считать, я тебе уже задавал этот вопрос на базе, ты можешь считать, что ваш конфликт с Русланом исчерпан? То есть... У меня с Русланом конфликта не было. Я с ним не конфликтовал. Была ситуация. Угу. После этого просто развернули спиной ко мне, никто ничего не объяснял. И по-прежнему, по-твоему, стоит спиной? Или мне деньги еще Колос должен. То есть ну, с тобой не рассчитались? Не рассчитались, конечно. Ну не рассчитались. Ну у меня есть бумага, потому что они не рассчитались.
Ну я что, мальчик в суд подавать на них? Ну, да. Но есть какие-то свои человеческие понятия. А вот позиция Засухи по поводу... Я не знаю, я вообще не хочу ничего говорить. Понятно. Ну ничего, но меня когда выкинули, мне даже не дали тренироваться ни с дублем, ни с Ю-19. Ну вот просто, я бегал по кругу на синтетике, по колено снег. Это ребята позвали поиграть в клуб. Приходил к нам на тренировки. У меня был залет первый. Я, ну, еще раз я повторюсь, меня на тема она не интересна. Вацко задал вопрос, и вот я последнее, что тебе хочу сказать. Очень четкий, если абсолютно согласен с Виктором. Виктор говорит, хорошо, ну что, за один момент, там, за какой-то один зашкварбль выгонять с команды человека или что? На что Руслан среагировал, я тебе, раз ты не смотрел интервью, я тебе прокомментирую. Насчет, он опустил голову и рассмеялся. Он говорит, Вить, ну не один момент. Ты же сам розумієш, наступне питання каже. Тобто він не став на цьому заостряти внимание своє, говорить, давай следующее. І тема була закрита. Тобто для мене це взагалі, я тебе знаю дуже хорошо. Я уверен, Господи, в тому, Боже що... мой. Ну, то есть для мене, ти ж почему я. Слушай, якщо я начну розказати, скільки моментів було у Руслана. Ну представь, якщо я начну розказати, як він проводив заїзди. Ну оно мені 300 років треба. Ну теж я починаю нервничать, піднімати ситуацію. За какой ни один. У меня был первый месяц, когда умирал отец. Мне было хреново. Я извинился за это, прошли дальше. Я могу рассказать много, я этого говорить не буду, ну, не да, хочу. Да, оно мне не интересно, я опущусь до... Все правильно. Не до того уровня, там где я. Так, окей, с Костышиным, в принципе, закрыли вопрос. Уже я не его особо... и не открывал, да, я открывал. Не хочу о нем говорить. Да. У меня, смотри, я... Никак к нему не отношусь. То, что мужик, не мужик, что он сказал. Я... Мне нечего тебе сказать. Вот просто нечего. Я слышал то, что мне говорили. А что мне не называть мужиком? Ну да, согласен. Идет? Ну что, вот мы уже и подъехали на Чаны. Долго ехать, конечно. Ну сейчас надеемся, что кайфанем нормально. Жек. Я надеюсь, я первый раз здесь, мне очень... Ты тоже не был, да? Ни разу, первый раз. Ну, глянь, какая природа. Мы сейчас немного еще почилимся, отдохнем и еще немного потрындим. Да, договорились. Пост, если будет настроение. Да будет, чушь. Погнали. Да. Приехали мы до Чанів. Природа просто нереальна. Красотень така навкруги, просто любо глянути, реально. Зараз підемо на Чани, трошки поспілкуємось, трошки відпочинемо. Дуже-дуже сподіваюся, що у Жеки буде настрій. Щось цікаве нам розказати. Жек, не дає покою мені все одно інтерв'ю, не можу я остановитися, Жекос, ну буду все одно спрашивати, ти ж розумієш. Руслан вчора заікнувся, все же, хоч я обіцяв, що не будемо повторятися, заікнувся відео, яке йому прислали, точніше Вітя сказав о тому, що Вацко, що йому прислали прямо відео Русу, вплоть до там з ким ти, що ти, чим ти займався, що це за херня, я извиняюся. Ну, це правда таке було, чи це опять же какой-то... Ну, пусть покаже. Ну, пусть Вітя тут покаже, йому прислали, чим я займався, пусть покаже. Так, а что там за видео? Я откуда у меня спрашиваю? Не знаешь, да? Да ну перестань. Понятия ну, не имеешь. Ну какое видео? Это, ну я сказал, когда это было, с кем я сидел, это было два дня до этого. О чем вы говорите? До того. Да, да, да. А да, он же еще, знаешь, и сказал, говорит, слушайте, ну видео, типа, да, присылали, но никто же не знает, когда это, выходной день происходило. Еще он, кстати, сделал на этом акцент, Руслан, в смысле. Да, ну блин, ну брось, ну, могу, ну это как детский могу. Сад, ну что я поэтому возвращаться? Ну, не знаю, знаешь, такой момент хотелось дать просто фидбэк, интересно просто, твое мнение. Я почему-то думал, я что... Я не ты... хочу об этом уже, вот ты меня сейчас опять задеваешь, ну... Ну, чуть разный уровень. С Русланом? Ну, да не с Русланом, но с этой ситуацией. Ты там... не хотел бы просто опускаться на этот уровень, да, или к чему-то? Ну, смотри, я просто не понимал, что происходит, но я такого в Украине, я никогда не видел. Ну, я не видел такого никогда в жизни в Украине, чтобы так поступали с футболистом. Уже не в команде. А в Европе видел? Нет такого там. Там есть контракт, тебе платят деньги. Есть залет, могут оштрафовать, но надо доказать. Ну да. Ну так не делается. Ну не делается так. Но с футболистом так не бывает. Тем более со мной, зачем? Ну такое, честно ну, говоря. Ну как ни крути, но я какое-никакое имя себе сделал. Нет, вопросов нет. По имени ну, твоему... А зачем так со мной поступать? Ну ты не хочешь видеть меня в команде, да подойди, скажи. Ну, остались нормально. Зачем тогда вы меня берете? Я все в Турции играл спокойно, получал в 2-3 раза больше денег. Жека, а ты не допускаешь той возможности, что с тобой просто невозможно разговаривать? Он поэтому не хотел с тобой говорить. Руслан, я имею в виду, что с тобой сложно говорить. С
со мной сложно? Да, сложно. То есть... Ну ты разговариваешь со мной сейчас сложно? Не, я тебя знаю, у нас с тобой чуть другие отношения, у вас все-таки более рабочие были. И мне кажется, почему что... Рамос Луческий мог? Почему Вася Кобин мог? Почему... По Васе еще поговорим обязательно. Почему 4 года за границей играл, там могли, а тут кто-то не может? Не совсем так. То есть ты не думаешь, я что не, в этом причине? Мне тяжело об этом вспоминать, я уже это прошел. Ясно, забыл. Конечно, я понимаю. Я вернулся обратно в футбол, я просто знаю, чего мне это стоило. Ну да. Я наблюдал за тобой непосредственно в тот период, когда ты был без команды. Да. Вот, поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты. Слушай, ну и бог с ним, с Русланом. Самое важное, что для меня, я повторюсь, еще раз подчеркну. Я же говорю. Да, что тот... очень здорово о тебе отозвался. Ну вот прям... Максимально по-джентльменски поступил. А что обо мне можно сказать еще? Он сказал то же самое, что и должен был. То есть вот ты таким все. Его отношением не удивлен абсолютно? Ну, типа, ничего, все ровно. Я понял тебя. Хорошо. Ладно, хватит уже про Костышина, сколько можно. Я вот, вопрос такой интересный у меня. Я буквально накануне приезда к тебе пересмотрел все матчи, посмотрел все обзоры и... Это было там много моментов, и 2-0 с Черноморцем, 2-2, и ну, много было ситуаций различных. И почему-то вот больше всего я обратил внимание на игру кубковую против Альянса. Просто посмотрев обзор, выскажи свое мнение. Подожди секунду. Странная игра, какой там по ходу, 2-0, по-моему, был, да, выиграли 2-0 пацаны? 2-0 выиграли. 2-0, 3-2 было, попали, нет. Ты не шпилил. Я в Киеве на КДК был. А, ты как раз занимался. После игры, во-первых, непонятные голы какие-то, абсолютно непонятные, ну, такое. И после этого убирают Кобина, человека, который тебя непосредственно пригласил в клуб, который поверил в тебя. А ну, что ты хочешь от меня услышать? Ничего не хочу услышать в отношении... Мне не было на этой игре. Как я имею в виду, убрали что ты... Васю, ну, пришел, он сказал, я больше не тренер в течение недели. А без что? Объяснения абсолютно. Ну, мне сказал, что да. Вася тебе да. говорил. Ну, Он всем сказал. Каково для тебя вот было, я чуть-чуть погрею, что-то я замерз. Каково для тебя было вот в тот момент? Ну, мне просто, когда берет человек, который мне доверяет, который мне в тяжелый момент дал руку помощь. Я почему тебе и задал этот вопрос? Ну, конечно, мне было неприятно. Я не знал, что мне делать. Чтобы я не было мысли Чтобы я не оказался следующим, я думаю, чтобы так. За ним. Ну, просто я... Ну да, уже после Колоса меня уже научили. Ну да, что может быть все что ну, угодно. У меня, ну, я такого не видел. У нас в Украине получается, может быть, все что угодно. Но я, смотри, тут я не ставил Васю. Я не знаю, что руководство, как бы. Понятно, ну, что да. Они платят деньги, они заказывают музыку. Тут же не в этом дело. И я не собирался никого не ставить, никого не убирать. Я пришел сюда выполнить свои задачи и помочь команде ребятам. Ну, и, да. и показать, что действительно, да. Неправильно то, что я не забирать футбол у футболиста, как сделали в Колосе. Ну, я же тебе говорил, что мне даже за дубль запретили играть. Ну да, в Колосе там вообще сложности. Я помню четко, я помню, когда это все переживал, я же говорю, ты был тогда непосредственно... Каждый день я тебя видел практически на тренировках. Ты меня разве, а у меня по 3-4 тренировки. Абсолютно сумасшедший. Ирижека, отдохни, прошу тебя уже, отдохни, ну хватит, не. И с Аллой. И Алла еще со мной будет. Я иду на тренировку. Красавчик. Давай, сяди сюда, вот сюда. Вот протестирую. Пусть сядет вот сюда, там, где я. Я просто не буду окунаться. Не, я еще чуть-чуть. Не, я еще. Что там, сляги? Что там? Что там, малыш? Хороший. А! Давай. А? Да, слежу за твоей карьерой, скрывать не стану, очень бдительно. И, ну, представь, у тебя состояние. Не можешь забить, сложно. Команда карабкается, борется за выживание. Еще и убирают человека, который тебя пригласил непосредственно. Твоего приятеля. Момент, я не знаю, кто меня сглазил. Кто сервил, просто, блин. Вчерашний... И он передо мной берет, скользит, улетает вверх. Я хочу попасть уже. Думаю, ну, я уже видел его там. Жека, я был готов уже на поле бежать, чтобы ты понимал. Вот. Пацаны не дадут соврать. Видишь, я получается, что не так. Слушай, ну ничего страшного, я тебе говорю, вот я уверен в том, что не сегодня, завтра, послезавтра, да, уже, блядь, 9 туров прошло, ты должен хорошо. Был забить. Ничего, а что ты, это ж футбол, что ты не но хотел забить. Стеснение обстоятельств, по пенальти не ставят, то есть что, что, хотя с пенальти насколько сложно забить? Тебе было морально в тот момент, когда ушел, когда сняли Васю? Ты же, я не знал, что мне делать. Реально не знал, что делать? А были мысли, что все? Походу, дружище, тебе пора тоже.
били, знаєш, думаю, блін. Прям серйозно задумався. І чоловіка не можеш придати, ну і свої треба робити результати. Как-то оно, знаєш, роздвоїлось. Хорошо, а с Васей, ну вы же беседовали в любом случае, ну, что мы он и тебе сейчас сказал? Беседуем. Не, в тот момент именно, вот важно. Он в этом. Закрылся? Не, он не закрытый. Мы общаемся с ним, я вижу с ним. Но мы друзья с ним, мы проиграли сколько вместе. Ну да. Как я могу с ним не общаться? Тем более человек, ну, я знаю, что он насколько порядочный. Что тебе сказать? Сложно было после ухода Васи, я так понял. Тем не менее, ты в команде. Вчера достаточно серьезную игру показал. Хорошие, мне очень хорошие, когда мячи в ворота залетели. Об этом уже. Ну слушай, что такое? Стечение обстоятельств какое-то непонятное. Там не залетел, там не повезло. Ну, это такое. Хорошо, Павелка. Мне интересно. Андрей Васильевич. Я тебе вначале, прости, перед на базе, когда мы только к тебе приехали, задал вопрос, почему ты благодарил Павелка, когда только пришел. Ну, я знаю, что он поспособствовал не только он. Поспособствовал чему? Чтоб я вернулся в футбол. Ага, это уже после Колоса? Да. Я ему за это благодарен по-человечески. Именно об этом ты тогда и сказал, да? Когда да. Благодарил? Я поблагодарил его, я считаю это правильно. Абсолютно, не, я согласен с тобой. Просто это так интересно достаточно. Слушай, ну такую поддержку в таком лице, ну как-то должно прибавлять тебе уверенности, когда такой человек тебя поддерживает. Поддерживает. Ты что, помог? Ну да, да, значит, он, видимо, тоже заинтересован, чтобы такая личность, как Евгений Селезнев, продолжала играть в премьер-лиге. Значит, заинтересован. Мне тяжело на это. Я понимаю, я понимаю. Не, рассуждение просто. Я благодарен за это. Но, как по мне, подобные личности в футболе, тем более в украинском, в нашем, они только красят. Вот. И футбол, ну, возможно... Не все так считают. Ну, не все так считают. А я не понимаю, почему что-то. Это странно. Вот. Я даже вот общаясь с ребятами, с пацанами с команды, очень плотно, не меньше, чем Жека, на самом деле, проводил времени с ними, общался. И в каком они восторге, насколько они искренне благодарны тебе, это прям читается между строк. Слушай, мне то понятно. Пацаны поддерживают тебя публика. Это вчера, опять же, повторюсь, очень сильно читался, почему хотел приехать к тебе сюда, не по телефону. Это чувствуется, как реагируют люди на тебя. Ну, то есть для них это праздник прийти на футбол, вот, и увидеть Селезнева. Вот. Ты понимаешь вообще, отдаешь себе отчет? Это мотивирует тебя? Я не отдаю. Не отдаешь? Я не понимаю. Мне кажется, что я это, ну, раньше, может, так я тебе тогда скажу. Ты меня сознательным, адекватным человеком считаешь? Не совсем. Все, поехали в Киев. Я тебе скажу со стороны, Жек, это прям видно, это чувствуется. Это должно, мне кажется, тебя еще дополнительно мотивировать. Меня это мотивирует. Меня мотивирует. Да, люди в тебя верят, люди я ждут. Я сам себя мотивирую. И люди мотивируют. И все вместе. Ну, я так не дам. Я не могу так сделать. Я сам себя сам. Хорошо, ты мне скажи, что нужно сделать? Забить свои для 8. Того, чтобы побить этот рекорд. Забить 8 и сказать спасибо. 8 тебе осталось? Да, потому что я потом его перебью. А, 7, чтобы повторить? Да. А 8 что? Даже потом перебьют, потому что я сделал. Слышишь, но когда тебя поменяли, я тебя уже спрашивал, когда тебя поменяли и били точки, ребята, какие чувства были внутри? Ну честно скажи. Какие? Сложно? Били и били. Да нет, спокойно, это игра. Да? Но зная Жеку, он скорее всего, ну действительно так и думает, он это спокойно. Игра, ровно. Ну били, ну так случилось. Камера сразу показывает крупным планом Селезнева, все как всегда. Вот. Ну интересный такой момент. Интересно. Сегодня отрабатывали точки, уверен, потому что сейчас, если будут в игре точки, 100% забьет, без вариантов, забьет и больше. Жек, слышишь? Ну что, я на самом деле уже не хочу тебя сильно тормошить там чрезмерно. Я сейчас такую расслабленную тему, последний вопрос. Очень хочу поговорить о футболисте, с которым ты играл. Звездных футболистов, я обожаю эту тему, ты знаешь, я часто тебе в зале эти вопросы задавал. Самые сильные три защитника, против которых ты играл, с кем сложнее всего? Неважно, сборная, клуб, не имеет значения. Пике. Пике. Рак. Ракицкий. Да, он очень считает его. То есть ты в один ряд ставишь Пике и Ракицкого? Да. При том, что ты играл с многими футболистами. Ну, ты мне говоришь три, но их много. Нет, да надо топ-3. Келлини хороший, Боатенг, ну блин, Бонуччи, ну что я тебе скажу? Это уже 5. Ну я могу... Кого уберем с этого списка? Рака? Да никого, Ярика? Не дай бог, Рак первый в нем. Брат первый в нем, это как какие. Хорошие отношения с Яриком? До сих пор я. Общаетесь? Ну конечно. А как относишься к тому, что не вызывают сборную? Непонятно тоже, да, политика чистая. Я за тебя скажу, можно? Сам от себя. Мне кажется, потому что футболист он сильнейший.
просто сильнейший. Вот, таких нужно еще поискать. Мне кажется, что он обязан играть в сборной. При любых. Пять футболистов. Не выпросил я у него топ-3 защитников. Не хочет он. Ярика на первое место поставил. Пике, Кьеллини, Бонуччи. Кто был у тебя пятый? Боатенг. И Боатенг. Жером который. Есть. Хорошо. Пять нападающих. Раз уже пять. С которыми тебе пришлось. Неважно, атакующая линия. Не имеет значения. Это может быть Халк. Пирло. Однозначно. Иньеста, Хави, Месси. Ну и Ибра, наверное. Ты с Кришом играл? Ни разу. Почему. У Ибры освободилось место просто лишь потому, что он не играл с Криштиану. Вот и все. Ясненько. Хорошо. Месси или Роналдо? Все же. Месси. Почему? Ну, с другой планеты. А Криштиану? С этой? Он с этой. Он сильнейший футболист, он фантастический. Но не этот самый. Но то, что делает Месси, это такому научиться нельзя. То, что делает Криштиану, теоретически. Да, теоретически сложно. Это очень теоретически, но да. Это можно. Можно научиться. А того, что Месси нельзя. Идем, холодно. Жек, Пятерик, давай. Я желаю тебе удачи. Уверен, что в следующий раз, когда мы с тобой встретимся, у тебя уже будет 138 голов. Плюс один хотя бы, чтобы. 138 голов, но он все-таки побьет этот рекорд. Мы сейчас немножко еще дочиливаемся, как говорится, и через часик уже собираемся в Киев. На этом наша поездка Евгению Царю Селезневу закончилась. Подписывайтесь на канал Спорт Арена, ставьте лайки и до новых встреч!